говорили, есть возможность, и мы надеемся, что рано или поздно Совет Безопасности ООН может санкционировать трибунал в отношении именно этого государства, на территории которого происходят те самые военные преступления. Как вы знаете, здесь, ну, очевидно, здесь преступления, связанные с ведением запрещенных методов ведения войны. И третий вариант – это, конечно же, рассмотрение всего, что происходит сегодня на Украине, в Международном уголовном суде. С нами Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета или руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Российской Федерации, так официально звучит ваша должность. 553-300, друзья, это наш СМС-портал. Сейчас новости, после продолжим. Принцип действия. Реклама. 350-450-550. Разгоняем выгоду до максимума. Немецкое качество от 555 тысяч рублей. Успей купить свой Opel. Предложение ограничено. Подробности на opel.ru. Opel. You need Maltus. Клубная резиденция в Берлине. Место для тех, кто не привык к ролям второго плана. Апартаменты класса люкс расположены в историческом центре Геленджика. Рядом с береговой зоной. Ваш личный курорт, уединение и никакой массовки. Уникальный курорт закрытого типа. Феллини, режиссерская версия вашего отдыха. Не пропустите премьеру. Старт продаж уже в июне. Феллинипарк.ру 8-800-200-500-5. Телефон рекламной службы в Москве. 495-739-3023. В Москве 19:30. Новости. Студия Лора Стадницкая. Крым должен стать территорией сотрудничества России и Франции, невзирая на мнение из-за Атлантического океана. Такое мнение высказал глава прибывшей в Крым делегации французского парламента Тьерри Мариани на встрече с руководством республики в Симферополе. 10 французских депутатов прилетели в Крым после встречи в Москве с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. По словам Мариани, французские власти пытались запретить делегации ехать в Россию. Гости уже успели погулять по улице Горького в Симферополе. Как передает ТАСС, жительницы города попросили депутатов из Франции рассказать в их стране, что в Крыму живут нормальные люди. Помимо Симферополя, депутаты посетят Ялту и Севастополь, где проведут встречи с местным руководством и с простыми жителями. При ввозе продуктов питания в Россию зафиксировано от 700 до 800 случаев нарушения эмбарго. Такую цифру, как сообщает ТАСС, назвал вице-премьер Аркадий Дворкович. Он пояснил, что по этим случаям приняты административные решения, возбуждены соответствующие дела. Роспотребнадзор активизировал работу по контролю над ситуацией в сфере розничной торговли, заявил зампред. Напомню, месяц назад Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго, а ограничительные меры вводились в ответ на решение Евросоюза о пролонгации санкций против России. Опубликованный перечень запрещенных ввозов продукции незначительно отличается от списка товаров, утвержденного в прошлом году. Контрсанкции будут действовать до 6 августа 2016 года. За самочувствием водителей московского транспорта будут следить с помощью специальных датчиков. О подобной инициативе рассказал глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Лексутов. Датчик прикрепят каждому водителю, который выходит на рейс, данные будут передавать онлайн. Ранее также сообщалось, что Мосгортранс ведет новую систему предрейсового контроля за водителями и обзаведется собственной медслужбой. Такие меры позволят избежать несчастных случаев. Напомню, в июне этого года в Москве из-за резкого ухудшения состояние водитель автобуса врезался в остановку. Погибли 2 человека. На 45 сантиметров накренился за месяц жилой дом в Калининграде. Власти города приняли решение немедленно расселить жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что здание на Московском проспекте, построенное в 80-е годы, дало трещину во время землетрясения. Искусственные, их культивировали, никакой гражданской войны на самом деле нет. Думаю, если не раздувать эти конфликты искусственно, через 3 года... области возводят для учителей военнослужащих.